Полвека – зрелый возраст. Возраст, когда можно оглянуться назад. И возраст, когда все еще впереди. Что же такое михм? Здания. Но дома дряхлеют и рождаются заново. Люди. Но вот уже третье поколение сменило первых михмовцев. Традиции. Но и они подвержены влиянию времени. Михм – это то, что хранят наши сердца, наша память. Это наша нестареющая юность. Это первые зачеты, первая самостоятельная работа, первая любовь. Михму полвека. И все же сегодня он молод, потому что полвека – молодой возраст, возраст созидателей. Юбилейная комиссия. Кто знает, может, во время 10-го или 20-го 50-летнего юбилея безвозвратно канет в далекое прошлое изначальная история, альма-матер. А история, вот она. ...1920 год. Нищета, голод, разруха. Стране очень нужны специалисты, нужны практики, нужны прямо сейчас. И 22 декабря 2020 года принимается решение об образовании практического химико-технологического института имени Менделеева, механическое отделение которого – начало истории нашего института. Один из создателей института – профессор Тищенко, его соратники – профессор Цурупа, профессор Бурдаков. И вот уже наши первые студенты на своей первой практике. А спустя 3 года первый выпуск. ...1932 год. Новое, хотя несколько старорежимное здание. Для той эпохи символично выглядело метаморфоза молельного зала. Другому Богу отдавали мы свои мысли и чувства. И дом науки рос. И расти бы ему дальше. Но 22 июня 41 года пыталась повернуть время вспять. Разрушить, уничтожить, убить. На снимке студенты-добровольцы. Им тогда было по 20. В октябре 41 года 7-я дивизия народного ополчения отправлялась на фронт. Фронт проходил рядом. Им тогда было по 20. И тем, кому сейчас 50, и тем, кому суждено было навсегда остаться 20-летним. И в тылу борьба с врагом не прекращалась ни на минуту. Мы делали снаряды.
и победили. Снова мир, снова занятия. Восстанавливаются лаборатории, налаживается оборудование. Приобретаются и создаются новые машины и аппараты. В наших лабораториях мы учимся управлять процессами, постигать их характер, их тайны. Лекция. Для одних это сегодняшний день, для других воспоминания. Вы помните то время? Конечно, помните. Вот еще повод для воспоминаний. Фрагмент из первого студенческого фильма. Потеряла актуальности и сейчас. Знаменитый Михмовский дворик. Узнаете? Он еще не подозревает, что его ждут 10 лет активного благоустройства. Это уже не игра, это работа. Пока еще лабораторная, но все же. Знакомое с детства орудие производства. Не анахронизм ли? Сейчас да, для сегодняшних. Прогресс немыслим без точности, а точность без счетных машин. Для нас, сегодняшних студентов, все это просто привычно. Подумаешь, электронный мозг.